мужик, и у этого мужика был кот. Да такой проказник и обжора, что просто беда. Проку от него никакого, одни только убытки. Не выдержал, наконец, мужик, схватил кота и в лес понес. Да подальше понес, чтобы дорогу назад этот кот уже никогда не нашел. И так далеко мужик в лес зашел, что сам испугался. Бросил кота и со всех ног домой побежал. Только его и видели. А случилось так, что лиса мимо проходила. Увидала она мешок, любопытство ее разбирает. Что это там такое? А кот в мешке от страха, ни жив, ни мертв. Слышит, вокруг кто-то топает. Думает лиса. Домой мешок отнесу, там и раскрою. Смотрят кот и лиса друг на друга. Обоим страшно, но жутко интересно. Сколько лет в лесу живу, а такого зверя не видывала. Ты кто будешь? Я... Зовут меня Котофей Иванович. Меня из сибирских лесов прислали к вам воеводою. Вот. Воеводою. Воеводою? Ах, какой вы важный воевода, Котофей Иванович. Какая выправка, какой мундир. А что, Котофей Иванович, давай поженимся. Поженимся? А тебя как звать-то? Елизавета Петровна я. Ну что ж, Елизавета Петровна, пожалуй, женюсь я на тебе. И стали они вместе жить. День и ночь веселятся, песни поют, да в ладушки играют. Бедный Котофей Иванович, как же вы проголодались! Всю ночь пробегали, искали, чем бы поживиться. Что ж, я схожу еды добуду, а вы пока тут сидите, сил набирайтесь. Скоро сытно заживем. Бежит лиса по лесу, грибы собирает, а сама по сторонам поглядывает. Вдруг волк навстречу. Здравствуй, лисенька! Ты чего это, грибы собираешь? Ты же их не ешь. Я-то не ем, да вот муж мой, Котофей Иванович, очень любит. Какой такой Котофей Иванович? А ты разве не слыхал? К нам из сибирских лесов воеводой прислан. Была я лисица-девица, а теперь нашего воевода жена. О, а нельзя ли на него посмотреть? А ты гостинцев собери. Рыбки, мясо, да побольше. На опушке положи, а сам спрячься куда-нибудь. А вось Котофей Иванович тебя не заметит. Он хоть у меня и маленький, но характером очень суров. Чуть что не по нему, сразу в клочья разорвет. В клочья? Да. А лиса желуди пошла собирать. Дожили! Ты чего это, лиса? Мои желуди хватаешь? Фу! Так я ж не для себя, для мужа моего, Котофей Иванович. Какого такого мужа? Который из сибирских лесов к нам воеводой прислан. Желудь не подашь, висит высоко. Дожили! Слышь, лиса, хочу на воеводу твоего посмотреть. А ты гостинцев собери. Рыбки, мясо, да побольше. На опушке положи, а сам спрячься куда-нибудь. А вось Котофей Иванович тебя не заметит. Скоро он у меня на расправу-то. Дожили. Mm-hmm.
Здравствуй, лисонька. Тебе чего? Мне малинки для мужа моего, Котофея Ивановича. Котофея Ивановича, присланного из сибирских лесов к нам воеводою. Покажи. Он у меня маленький, но суровый больно. Чуть что не по нем, тут же тебя в клочья разорвет. Разорвет? Ну, хоть одним глазком. А ты гостинцев собери. Рыбки, мясо на опушке положи, а сам спрячься. Да подальше, авось Котофей Иванович тебя и не тронет. Скучаете, Котофей Иванович? А я вам покушать кое-чего принесла. Не нравится. Вкусненького хочется. Скоро будет. К нам вот-вот с подарками большие звери пожалуют. Да не бойтесь. Они только одним глазком на вас глянут и сразу разбегутся. В нашем лесу никогда настоящего воеводу не видели. Вот дожили. К лисе с мужем на поклон пришли. Тише ты! Если сам беды ищешь, то хоть нас не втягивай. Лиса вот велела спрятаться. Дожили! Дожили. Медведь, ну что там? Не видать никого? Не видать! Хоть бы знаком какой подать. Слышь, косой, стой! Сбегай к лисе, скажи, что мы с подарками пришли. Пусть с Котофеем Ивановичем сюда выйдут. Мне свыше передать велено, что к вам с подарками явились и выйти просят. Дожили. Ну что, идут? Да вроде идут. Ну как он, воевода-то? Да не разглядеть толком, мелковат. Ну полно вам, Котофей Иванович, не сердитесь на них. Они вам подарки вкусные принесли. Вот как вкусненько вы сейчас накушаетесь, может, меньше на них сердиться будете. А уж если угощение вам не понравится, вот тогда их самих и съедите. Ой. Медведь, что там? Я ж не вижу ничего. Ой, беда. Все кричит мало, как бы до нас не добрался. Ты куда, косой? Жить надоело. Не могу больше так. Сам посмотрю. А не то, как бы воевода вас не задрал. Да другим передайте, чтобы неповадно было Котофея Ивановича сердить. Вот задали вы им трепку, Котофей Иванович. Долго помнить будут. С тех пор кот и лиса стали жить сытно.
Идут, идут, подарки несут. Идут, подарки несут. Остались дед с бабкой на старости лет одни. Бабка огород растила, за скотиной ходила. Ох ты, шкодник! Рога обломаю. Дед без дела тоже не сидел. Хороша глина в тех местах. Еды полно, посуд полно, а есть некому. Девчонка какого? Да где же его взять-то? Ой. Это ведь... Кушай, Глинечка. Ещё. Ага. Давай, нет, давай припасы. Глинечка. Быстрей, старый. Давай еще что-нибудь неси. Вот хочу. Смотри, какую еду. Вот поест и помощничек будет. Ну, кушай, кушай, Глинечка. Ешо! Ой!
Еще! Кушай на здоровье! Вот ведь как бывает! Ну, как хорошо, что есть! Ничего. Все съел, все подмел. Ай, господи! Как бы знала, что наша чиновья чекала. Слухи о ненасытном чудище распространились по всем окрестностям. Люди в панике попрятались и разбежались кто куда. Ух ты!
горячака! Чей? Да ты чей, малец? Да ничей я. Нет у меня никого. Кушай кашу ложкой, будешь топать ножкой. И шо? Ой. И зажили они все вместе еще лучше прежнего. А рогатку в музей оружия сдали. Очень много зим назад. Днем тогда на Таймыре было очень светло, потому что на небе одновременно светились и солнце, и луна. Солнце ездило по небу на золотых санях, а луна плавала на серебряной лодке. На ночь солнце и луна уходили спать в свой дом на вершине горы. Лодку и сани берегли, чтобы никто их не украл. Ты чего толкаешь? Привязывали их к себе. Увидел подземный житель, одноглазый Кунтх, как красиво катаются по небу солнце и луна, и решил сани и лодку взять себе. Не удалось. И надумал Кунтх завладеть лодкой и санями обманом. Эй, Луна, я давно хотел тебя спросить. Ты на небе самое главное? Не знаю, наверное. Да, самое главное. Я тоже так думаю. Главнее тебя быть не может. Эй, солнце, я давно хотел тебя спросить. Ты на небе самое главное. Не знаю, наверное. Да, самое главное. Я тоже так думаю. Главнее тебя и быть не может. Но вот тут только что проплывала луна и говорит, что она самая главная. Как это она? Конечно, я главное. Тут и думать нечего. Эй, луна, солнце говорит, что оно главнее. Как это солнце главнее? Эй, луна, ты с чего это решила, что ты на небе самое главное? Всем известно, кому что это я всем? Главнее. Мне, например, неизвестно. Я освещаю землю красивым серебряным светом. А ты, ты вообще круглая и толстая. Вот. А ты вообще гнутая и кривая. И ничего ты не светишь. Ты только отражаешь мой свет! Ух ты, жирный блин! Только мешаешь! Какая гнутая! Головешка! Да хотя бы! Стоп!
Я знаю, как разрешить ваш спор. Кто из вас сейчас первым домой прибежит и в чуме окажется, тот и главнее. Ты чего такой? И поехали. Та ноги, ось я колен, вона не разу. Я первый. Опечалились солнце и луна. Не смогли они больше светить на небе, и наступила холодная тьма. Все жители земли остались без света. И решили они отправить на поиски солнца и луны самого храброго охотника. Ерундой заниматься. Пойдем лучше солнце и луну искать. Будешь мне другом. Брось, пошли. Речку от камней чистить при свете солнца удобнее, однако. Подумал силач и решил помочь хитрому охотнику найти солнце и луну. Ты зачем дуешь? Пургу поднимаешь? А что еще делать? У нас ни солнце, ни луны. Пойдем лучше солнце и луну искать. Я как раз их разыскиваю. Подумал ветродуй. Чем ночью пургу гонять, помогу умному охотнику найти луну и солнце. На земле темно. Как же мы по небу ездить будем? Без лодки и саней мы ни шагу. Мы сами отсюда не выберемся. Спасай нас. Лодку и сани не забудь принести. Пожалуйста, принеси. Одноглазый, отдай лодку и санки луне и солнцу.
Ты зачем ко мне залез? Я пришел забрать лодку и сани для Луны и Солнца. Не отдам. Теперь это все мое. Тогда давай меняться. Я тебе за это красавицу в жены привел. Она внизу стоит. Веди ее сюда. Сейчас спущусь, приведу. Чудовище. Дуй сильнее. Пусть пурга поднимется. Эй, тут такая пурга поднялась. Боится девушка наверх лезть. Сам сюда спускайся. Погляди, какая красавица. Где смотри, девушка? Смотри, ничего не вижу. Где девушка? Ничего. Да вот же она! Отдай. Пополам. Ты, солнце, будешь главным на небе ровно полгода. Свети себе и днем, и ночью. А ты, луна, будешь главной на небе вот другие здорово. Полгода. И тоже свети себе сколько хочешь. Так теперь на Таймыре и происходит. Полярным летом и днем, и ночью светит солнце, а полярной зимой — луна. А иногда на небе переливается северное сияние. Северные люди ничего, привыкли, оленей пасут, рыбу ловят, на охоту ходят. Живут хорошо, однако. Авада! Эти танья и чутанди молтини. Вы, конечно, слышали о великом потопе, о Ноевом ковчеге. А кто принес на ковчег оливковую ветвь? Смелый голубь. Прошли века. А старики все рассказывали молодым о великом предке. Однажды в родовом поместье на краю караимского села вылупился необыкновенный голубенок. Звали его Джувурук. Он мог то, чего никто из его родичей уже не умел. Как и его геройский предок, он понимал язык людей. Но вот что и зачем делают люди, Джувурук не понимал. Вот дураки! Зачем высыпают зерно на землю? Не хотят сами съесть, отдали бы голубям. Ох уж эти люди! Прошло время. Голубенок Джувурук повзрослел. Он понял, что люди не такие уж глупые, но жадные. У них так много еды, но они и не думают делиться с бедными голодными голубями. Это несправедливо. Джувурук наблюдал за людьми, узнавал их тайны. И самую главную из них – где лежит еда. Молодой Джувурук очень хотел стать великим героем. Он поможет своему племени, он восстановит справедливость. И голуби восхваляли его: «О, великий голубь Джувурук!» Однажды Джувурук услышал, что хлеб не уродился, и зима будет голодной. Нужно было что-то придумать, чтобы спасти голубиный народ.
и Джувурук придумал. Он забрался в амбар сельского портного. Почему именно портного, спросите вы? Всему свое время, скоро узнаете. Но представляете, каково будет портному увидеть, что в закромах не зернышко? Ну, что я говорил? И тут раздался страшный голос. Эй, портной, пошей наряд для богача, да принеси его ночью на старое кладбище, тогда вернешь свое зерно. Ой, я забыл вам сказать, Джувурук и говорить умел. Ну что, поняли теперь? Нет, ничего, скоро поймете. Да, еще никогда портной так не старался. Джувурук тоже принялся за дело. Для начала он нашел старое осиное гнездо и припрятал в укромном месте. А еще он добыл клочки овечьей шерсти, палки, палочки, косточки, веревочка, чурбачки и даже колесики. И зачем голубю весь этот мусор? Эй, портной, принес? Хорошо. Разложи-ка наряд на земле. Хорошо. А теперь забирай свое зерно. Оно здесь, в незанятой могиле. Легко сделать человека счастливым. Отними у него что-нибудь, а потом верни обратно. Так вот, что придумал мудрейший голубь. Чтобы помогать своим собратьям, он прикинется человеком. Задумано, сделано. И сотворил Джувурук человека. Правда, получилось скорее чучело. Но для голубя что человек, что чучело — одно и то же. Корчма за селом пользовалась дурной славой. Там собирались нехорошие люди. Но Джувуруку это место понравилось. Вот бы тут поселиться. Получилось с портным, получится и с корчмарем. Отдай ключи от корчмы новому гостю, а сам убирайся, а то хуже будет. Должен сказать, что и другие постояльцы слышали голос и дважды просить себя не заставили, сбежали. Остался в корчме только слуга. Трудно было понять, глухой он или нет, но говорить он точно не умел. Так что, если что и видел, держал язык за зубами. Задумано, сделано. Вскоре разнеслась весть по всей округе. Корчма уже не корчма. Поселился там праведник. Не ест, не пьет, не спит. Сидит над святыми книгами. Но все про всех знает. Ужас! Стройте, люди, кормушки для птиц. Искупайте грехи. Кстати, именно с тех пор и стали люди делать птичьи кормушки. Может быть, все же люди не такие уж умные, но и не такие уж жадные. Задумано, сделано. Устроил Джувурук голубиному народу знатный пир. О, великий, великий голубь Джувурук! Решил показать Джувурук своим родичам, что же он придумал, сотворил. Не понравилось это голубям. «Не живи чужой жизнью!» — крикнули они на прощание. Но на следующее утро голуби прилетели опять. Ибо какой голубь не любит вкусной еды? Они клевали и осуждали Джувурука. Такой-сякой решил изменить своему роду племени. «Как вам не стыдно, голуби? Джувурук ради вас же старается!»
Ой, а слуга-то умеет говорить, но только по-голубиному. Так у Дживурука появился верный друг и помощник. Оказалось, слуга не просто слуга, а Гугур, потомок самого царя Соломона, который умел говорить по-птичьи. Они обсуждали чужие тайны, которые приносил голубь. Гугур рассказывал Дживуруку про людей, давал мудрые советы. Несите подарки праведнику, а не то раскроются ваши секреты. Все уважали и боялись всезнающего Дживурука. Он богател. Слава о нем дошла до самого правителя Кагана, и Дживурука назначили визирем. Он стал заседать в совете мудрейших, и ему уже было не до святых книг. Неожиданно Каган умер. Велико было горе придворных. Но кто же станет новым правителем? Дживурук! 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 И вот Дживурук стал правителем Каганом, а слуга Гугур – главным визирем. Дел было много. Но и про своих родичей Каган не забыл. Ему было лень летать, и он послал Гугура позвать голубей в гости. Но голуби отказались. «Не живи чужой жизнью», – ответили они. О, как же разгневался Каган! Повелел прогнать неблагодарных голубей, разрушить их родовое поместье и построить на этом месте себе новый дворец. Задумано, сделано! В новый дворец входить мог только Гугур. Шли годы, голубь Дживурук все больше очеловечивался, и визирь Гугур предложил ему поразвлечься, как это обычно делают люди. Ай-яй-яй! Поползли слухи, в новом дворце творится такое, и даже вылетают оттуда крылатые чудовища. Но это уж слишком. Я лично в это не верю. Решили мудрейшины, что пора правителя женить. Каждый надеялся выдать за Кагана свою дочь. Но по совету Гугура, который и сам бы на ней с радостью женился, Дживурук выбрал дочку первого мудрейшины, красавицу Зайтын. Но у Зайтын уже был жених, Минеш, из славного рода. Даже свадьба была назначена. Но когда сам правитель? Ну и что, что как чучело? Задумано, сделано. Вот и день свадьбы наступил. Первый мудрейшина был счастлив. Шутка ли, стать тестем самого Кагана? Слюбится, а Дживуруку было все равно. Надо, так надо. Ой, что будет, что будет? Даже подумать страшно. И вдруг все забыл Дживурук при виде прекрасной голубки. Не только о свадьбе, но и о том, что он уже глубокий старик. Ведь голубиный век куда короче человеческого. Остался старый голубь Дживурук ни с чем.
правы оказались его родичи. Не живи чужой жизнью. Жили-были дед да баба. У бабы была курица, а у деда петух. Курица несла яйцо, баба его жадно съедала. Курице это было приятно. Баба завтраком не делилась, да еще и дразнила деда: пусть тебе твой петух яичко снесет. Я? А петух боялся, что не сможет яичко снести. Очень он от этого переживал. Вот попросил дед яичко, а баб за свое не старается, твой петух. Вот, ударь его как следует палкой, он сразу тебе яичко снесет. Вот, смотри, как мы с курочкой это делаем. А мужик, ну как же я петушка от своего да по голове бить буду? А бабка с курицей: давай, давай, мол, ударь. Ударить? Да по голове, да ударь, ударь. Послушался дед, тюкнул петуха, а баба все свое, как следует, как следует. Ну, дед с дуру-то петуха палка-то и огрел. Побежал счастливый к деду. Дед, дед, дедушка, гляди, гляди, какое я яйцо снес. Вон, гляди, какое круглое. Идем, идем, идем. Во-во, гляди. Ой, беда. А баба со своей курицей над дедом и над петухом смеялись, да потешались. Ой, не могу, ой, не могу. Обиделись дед с петухом и ушли вон со двора. Только мешочек с пшеном взяли петушка кормить. Нашли за речкой доброе место, стали себе новое хозяйство строить. Дед строил, петух помогал. Дед ему пшена подсыпал, петух клевал. От этого становился сильным, всю тяжелую работу делал. А дед ему помогал. Построили они ладный хутор, и дом, и амбар, и мельницу. Завели себе доброе хозяйство. Да тут постучалась к ним в ворота беда. Ехал мимо здешний барин, еще более жадный, чем баба, вместе со своей курицей. Увидал барин, какое у деда да петуха доброе хозяйство, обзавидовался и решил все прикормить. Видишь, ветер дует со стороны моего дома, значит, мой ветер. Да вроде как твой. А раз мой ветер вращает мельницу, то и мельница выходит моя. Да вроде твоя. Раз мельница моя, то и мука моя.
моя. Да вроде я... Раз мука моя, то и пшеницы подавно моя, так? Да так, но... Кстати, деревья тоже мой, ветер качает. И значит, и деревья все мои. И все, что из них построено, тоже мое, мое. Во как! Барин уехал со всем добром, а мужик послюнявил палец, поднял его вверх. Да и ветер-то совсем не оттуда дует. Эх, обманули. Совсем огорчился дед. Негоже тебе жить возле меня, неудачника. Ступай-ка ты на все четыре стороны. Может, посчастливее меня станешь. И пошел петух на все четыре стороны. И в одной из них кошелек нашел. А в том кошельке денежки. Целых две. Обрадовался петух. Хотел денежки с дедушкой поделиться. Но тут на беду опять жадный барин. Увидел он петуха, да и говорит своему кучеру: кучер, поймай-ка мне это наглое животное. Поглядим, что у него. Отобрал барин монетки и велел кучеру швырнуть петуха в глубокий подвал. А в том подвале у барина червонцы лежали. Говорит барин: пусть посидит тот петух в подземелье, пока я для него кару придумаю. А с деньгами моими худого не случится, говорят же люди. Куры денег не клюют. Ну, может, куры денег не клюют, а петухи-то клюют. Как оказался наш петух в подвале, стал червонцы клевать. Все финансы-то и сожрал. Выбрался петух из подвала и давай кричать: эй, барин, отдай две денежки петуху! Отдай две денежки петуху! Отдай две денежки! Отдай! А ну дай! Разозлился барин, приказал кучеру: а ну возьми твоего петуха, да брось в глубокий колодец! Видит петух, пришла беда. Что тут делать? Давай воду пить. Пил, 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 пока всю воду-то не выпил. Из колодца вылез, снова кричит: эй, ты, барин, отдай две денежки петуху! Отдай две денежки петуху! Отдай две денежки петуху! Отдай! Еще пуще разгневался барин, велел кухарке петуха изловить, да и в печи зажарить. Видит петух, новая беда. Начал он колодезную воду обратно выливать, так весь огонь и загасил. И опять давай петух требовать: эй, ты, барин, отдай! Вот нажил я себе беду с этой птицей, думай, барин. Эй, слуги, бросьте вы этого петуха к моим бодливым быкам. Они его затопчут или на рога подымут и избавят меня от этой назолы. Бросьте петуха к быкам. Ha, 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 ha.
нахрабрился, да как стал их клевать, да как закричит громким голосом: «А ну, барин, отдай две денежки петуху, отдай!» Испугался тут барин: «Эй, слуги, отдайте ему все его деньги!» Все петуху вернул, обе денежки. И забрал петух, и сад фруктовый, и пруд с утками да лебедями, и все хозяйство дедово. Да и дом заодно прихватил. И во свояси отправился к любимому деду. Идет крупный петух по лесам, по полям, землетрясение по пути вызывает. И вернулся он к деду, крыльями захлопал, ногами затопал, много всякого добра дед принес. Прознала про то жадная баба, стал у деда допытываться: «Где такое богатство взял? Говорим!» «Да все, как ты велел, делал! Петуха дубиной по голове бил, а мне червонца ты снес, а уж твоя курица, поди, еще больше снести сможет!» Обрадовалась жадная баба, стал свою мерзкую курицу охаживать. После каждого удара несла курочка яички, пока они не закончились. После этого, хотя баба об нее всю оглоблю измочалила, курица уже ничего не несла. Так, дети, осталась баба без яиц. Сколько пальцев на руке, столько-столько ягод в кулаке. Раз, два, три, четыре, пять, очень просто посчитать. Пять, четыре, три, два, раз, начинаем наш рассказ. Вот что случилось на свете, когда-то жили когда-то на свете добра-то. Старший жил один, сам себе господин, а у младшего брата семья, и растут у него сыновья. Это было давным-давно. Братья были из тех, кого Моисей привел в Израиль из Египта. Братья поселились рядом, вместе очистили поле от камней и выстроили себе из них дома. Стали братья землепашцами. Они дружно трудились в поле, и урожай всегда делили поровну. Сколько праведных трудов, сколько каждому снопов. Раз, два, три, четыре, пять, очень просто посчитать. Пять, четыре, три, два, раз, продолжаем наш рассказ. Было такое на свете когда-то, думает младший про старшего брата. Трудно на свете прожить одному, в старости кто же поможет ему? Было когда-то такое на свете, думает старший у младшего дети. Сделаю то, что хочу и могу, и потихоньку ему помогу. И вот ночью взял старший брат один из своих снопов и незаметно перенес в амбар своего брата. Чудо случается в мире. Ночью снопов оставалось четыре, а с утра их стало пять. Это никак невозможно понять.
опять. Вот тена, откуда сноп прибавился? Натянул старший брат на свой забор веревку с колокольцами. Если кто чужой придет, зазвенят. И снова отнес пятый сноп младшему брату в амбар. Колокольцы не звякнули, никто чужой не приходил. Но со мной считай готов. Сколько здесь стоит снопов? Раз, два, три, четыре, пять. Очень просто посчитать. Пять, четыре, три, два, раз. Продолжаем наш рассказ. Может, это и вправду ангел принес пятый сноп? И подвесил старший брат веревку с колокольцами над своим амбаром. Если ангел прилетит, непременно заденет. Колокольцы не звякнули, ангел не прилетел. Каждую ночь относил брат брату пятый сноп, оставляя себе четыре. И каждое утро у него в амбаре опять стояло пять снопов. Чудеса? Дружбе таилась, разгадка чудес. Все это видел Создатель с небес. И повелел он именно там, где это случилось, пусть будет мой храм. Да, так все и было. И кто же построил храм на этом месте? Великий царь Соломон. Почему великий, спросите вы? Он был мудрым и справедливым, и страна его процветала. И еще царь Соломон знал язык зверей и птиц и часто с ними беседовал. Но даже великий царь не мог бы построить храм без маленького чудесного червячка. И звали червячка Шамир. И вспомнил Соломон, как только стал царем, еще мальчиком, много лет назад, послал он за Шамиром свой корабль. Ибо только этот маленький червячок мог разгрызть огромные каменные глыбы. А как иначе храм построить? Без никакого железа? Почему, я не знаю. Но так Бог захотел. И все. Уже рассказали Соломону птицы, что нашли верные слуги чудесного Шамира, и царский корабль с волшебной животинкой вот-вот прибудет. Но корабля все не было. Тем временем на море разыгрался ужасный шторм. Он бушевал целую неделю. Вдруг к берегу прибило непонятно что. И это непонятно что, что-то царю напоминало. Что это? Что это за тряпка? Это же царский флаг. А что это за палка? Да это же кусок мачты. Значит, царский корабль погиб, камнегрыз Шамир утонул, и великий храм никогда не будет построен. И судил Соломон, и повелел Соломон побить море камнями. И что удивительно, шторм сразу утих. Злое море. Оно погубило царский корабль, оно утопило чудесного Шамира. И теперь успокоился. Да, и сказать нечего. Тут пришла к царю Соломону из рыбацкой деревушки бедная вдова по имени Лея. Сказала, что хочет судиться с ветром. Да-да, вы не ослышались, именно с ветром. Как это? И вот вам ее история. Старушка-вдова жила тем, что чинила рыбакам сети, а они за это давали ей хлеб и рыбу. Но шторм гулял целую неделю, работы не было, и вдова Лея уже два дня ничего не ела. И у соседей напрасно было просить, но нет, как говорится, и суда нет.
Решила Лея сходить к богатому купцу. Авось не откажет в куске хлеба. Вот что придумал хитрый купец. Не может он унизить вдову подачкой. Лея женщина достойная, пусть потрудится. Он как раз вчера удачно продал 10 мешков муки. Пусть Лея почистит полки в амбаре, и все, что соберет, то и ее. Вот такой умный купец. И старухе горсть муки, и ему польза. Намела, наскребла вдова муки на 3 лепешки. Ох, наконец-то поест. Да не тут-то было. Первую лепешку пришлось отдать соседским детям. Как откажешь? Вторую лепешку выпросил старый рыбак. Помрет еще с голоду. А третью лепешку украл ветер-ураган и унес в море. Мало того, домик ее разрушил. Кому он мешал, спрашивается. И что интересно, шторм сразу утих. Злой ветер! Он сломал ее дом, он украл ее хлеб и теперь успокоился. Пусть будет наказан ветер-ворюга. Бедная, бедная бабушка Лея. Как бы умом не тронулась. Повелел царь Соломон принять и накормить старушку-вдову по-царски. Будет что Лее соседям рассказать. Вспомнил царь о своей беде. Ждать было больше нечего, пора домой в столицу собираться. Быть не может. Корабль везет волшебного червячка камнегрыза. Поскорее бы на него взглянуть. А смотреть-то на Шамира нельзя. Никому нельзя, даже царю нельзя. Почему? Не знаю. Так Бог захотел. И все. Но хоть узнать, как спаслись, можно? Это можно. Штормом сорвало парус, унесло царский флаг, борт корабля пробило, казалось, что все пропало. Оставалось только молиться, и вдруг случилось Божье чудо. Откуда-то ветер принес лепешку, и она раз и заткнула пробоин. И как вы догадываетесь, шторм тут же утих. Все понял мудрый царь Соломон. Это было и вправду чудо. Выходит, лепешка бабушки Леи спасла царский корабль. Выходит, ветер выполнил Божью волю. Ведь без волшебного Шамира нельзя построить великий храм. Неужели добрая вдова не простит ветер? И добрая вдова ветер простила. И, конечно же, царь Соломон решил щедро наградить бабушку Лею. А как же иначе? Много ли надо бедной вдове? Вот если бы только взглянуть на чудесного камнегрыза Шамира. А вот это нельзя. Даже царю нельзя. Можно, вдруг сказал Шамир. Ты, старушка, спасла меня, а ты, мальчик, так сдал меня. Вот вам я разрешаю. А вот птичке нельзя. А ну, кыш отсюда. А птичке не очень-то и хотелось. Что, он в своей жизни червяков не видал? Вот из-за этой птички не взглянуть нам на Шамира.
Ну ладно, смотрите. Может быть, даже увидите. Храм был построен во славу небес. Чудо Шамир незаметно исчез. Снова вернется людям Шамир.